Смотри, какая высота-то. Так незаметно, да? Угу. Посмотри, мы выше сосен. Да. Прикольно. Вот это перепадик. Представляешь, здесь угу. горнолыжный склон был бы такой нехилый, да? Черная трасса. Слушай, может, мы здесь пройдем, нет? Охота не переносит. Ну, это не передаст, конечно. Черт, как не залезли. Непонятно куда. Я боюсь, на основную дорогу мы вышли, и теперь надо через всю деревню опять ползти. Ну да. О, какой домик, смотри, как амбьянс какой, а? Да, да, мы с него начали, да. Мы приезжали на машине. На машине, да? Я не похожа. Да похоже, тут, по сути дела, там такой. Вот посмотри, такой домик, да, в стиле избушки. Вот посмотри. Да-да. Такой, для да? Для детей, называется. Для детей, да. Нет, вон тот. Нет, вон тот. А, я думала, нет, это понятно. Еще и горка к тому же. Вон батут. Ну да, да, такая. Посмотри, даже остекление, обрати внимание, кровельное. Это велюксовские окна. А это горка. Ни хрена себе. Пошли быстрее, надо отсюда выбираться. Смотри, двойной забор с колючей проволокой. Это от нас, чтобы мы тут не перелезли. Мысль была такая. Вообще как-нибудь закончится этот забор. Я не представляю, а если мы бы прямо пошли бы по той аллее. Ты знаешь, я уже думал, надо было тогда еще вернуться. Нет, ну как-то кончится должно же, это рано или поздно-то. Ну типа кончилось, но лес начался. Тропка. Пойдем хоть по этой тогда тропе. Конечно, не очень, может, надежная. О, забор какой. Дорога? Ну, домики такие. Ну да. Шале. Туалет, что ли, это как шале? Слушай, там вижу людей уже идущих. Слава Богу. Мы на свободе. Да. Ну правильно, мы вышли на эту дорогу, по которой мы ехали. Да, да. Ну теперь вообще через всю деревню херачить надо. Ублюдок. Грязный ублюдок. Конечно, да.
пиздец, в начале этой деревни Куялово. Нихера мы круг дали. Здесь, говорит, все гуляют. Слушай, пойдем тогда вот по этой стороне. Ну туда больше не пойдем, вот здесь пойдем. А нет, мы должны туда идти, в деревню. Или нет? Нет, нам туда. Что? Нет, мы в обход пойдем. Здесь, смотри, черемуха уже цветет. Смотри. Ну, смотри, какой дом в низине. Почти на уровне дороги.